Итак, ну что ж, ариару, мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем. У микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Красторио 2 и Space Exploration. За кадром, как вы можете наблюдать, произошли кое-какие глобальные изменения. Эти изменения коснулись не только нашей орбиты, но и, в принципе, всей базы. База, которая находится на Наивите, она была продлена, здесь модифицирована. И, в частности, я занимался большую часть времени на Наивите тем, что налаживал процессы. Как вы можете наблюдать, один из модов, который я недавно установил, на то, чтобы ресурсы стали отображаться в процентах, то есть они со временем не истощаются, а лишь переводятся в проценты наподобие с нефтью, как это было в ванильной игре. К сожалению, мне пришлось так сделать, ведь я не знаю, кем нужно быть, чтобы достичь всего то, что я хочу в Space Exploration, используя только оригинальные ресурсы. Учитывая, что планета ограничена, все ресурсы ограничены, я буквально не знаю, что делать. И я разведывал таким образом новые ветки, сделал новое производство, мне пришлось здесь сделать новую медь. И все потому, что производство конструкции малой плотности с модификациями изменилось, и теперь их требуется какие-то колоссальные количества. И хотя бы вот в таком вот варианте и вот такой вот схемы постройки конструкции малой плотности более-менее схема рабочая. Что же касается изменений на орбите, я оптимизировал некоторые процессы, и все производство, как и хотел, фиолетовых микросхем перенес вот сюда вот на ячейку. Правда, мне некоторые ресурсы, не все, конечно, но все-таки некоторые пришлось сюда доставлять при помощи труб, в частности охлаждений и все виды жидкостей. А все потому, что банально я не могу использовать на данный момент здесь поезда из-за ограниченности пространства. Но потом, возможно, а скорее всего и нет, я переведу это на поезда, ведь как я погляжу, здесь вот есть небольшие такие пространства, где эти поезда используют. Но как именно использовать охлаждающие жидкости, и их нужно отсюда выводить, и их нужно сюда подвозить, я пока что, честно, не знаю. И пока они будут в формате труб, если что, вдруг потом обязательно все изменится. Проводя расчеты, которые здесь требуется гигантское колоссальное количество ресурсов. Я боюсь, таких производственных мощностей, которые требуют от нас игра, я, конечно же, не смогу потянуть. Здесь лишь часть того, что я, в принципе, могу здесь разместить. И здесь именно располагается максимальное количество каждого вида построек. Таким образом, производственные мощности потихонечку идут. Здесь большие, конечно, производства под будущие гигантские открытия и желтые энергетические симуляции. Ну а пока что, как я и говорил в предыдущей серии, хочу начать производство второго вида энергетических исследовательских каталогов. И для этого, в принципе, у нас более-менее все готово, за исключением пары небольших нюансов. Я уже здесь подготовил себе ячейку, платформу, где будет все размещено. И сейчас, конечно же, нужно заниматься всем этой подготовкой. По сути, схема производства не будет ничем отличаться от того, что мы видели ранее. Надеюсь на это. За исключением того, что здесь нам нужны данные электромагнитном поле и поляризационные данные. Но единственный способ, как их сюда доставлять, учитывая, что их здесь нужно минимальное количество, это дроны. Я сюда заранее уже подготовил и прислал гигантское количество дронов-помощников. Так что я надеюсь, что не будет никаких проблем с поставкой и использованием синих здесь сундуков. В таком случае потихонечку по порядочку пойдем и будем идти планомерно к энергетическим каталогам. Здесь у нас все практически готово, и мы знаем, что и как из этого все делать. А для того, чтобы создать широкие каталоги, надо также создать 4 вида данных. И, пожалуй, мы начнем именно с данных о силовом поле. По сути, нужны только гальманитовые кабеля и 2 вида данных вместе с переохлажденной жидкостью. Ну а переохлажденную жидкость я, в принципе, могу уже создать. Нужно лишь всего 7 переохладителей. С этим, я думаю, проблем не возникнет. Здесь у меня уже имеются 2 типа жидкости. И текут они по горизонтали на первой самой линии. То есть минус 100 градусов. И терможидкость, которая идет в обратку, 25 градусов. Производится терможидкость у меня где-то на станции. Она сюда поставляется. Здесь она охлаждается. И здесь она дополнительно еще охлаждается. Пока что масштабов мне хватает, но, как я вижу, потихонечку масштабы начинают сбоить. Но, судя по всему, это из-за того, что я запустил вот здесь вот это производство. Так что я надеюсь, что если вдруг что, эти масштабы смогут самовозобновиться. Ну а если вдруг что-то прям совсем крайне случится, я обязан буду здесь это все раздублировать и растиражировать. С момента прошлой сказанной мною фразы прошло безумно большое количество времени. Изменение коснулось вся база снова. Как минимум, начал я с того, что полностью здесь перестроил схему с ядерками. Теперь она выглядит вот таким вот образом. Я могу наблюдать за количеством пара. Теперь вот эти вот ядерные реакторы включаются по 2 условиям. От аккумуляторных блоков и, соответственно, от количества пара. И количество турбин здесь расположенных ровно такое, какое необходимо для поддержания этих ядерных реакторов. То есть 4 штук. Я уже их тестировал. Они у меня уже какое-то время запускались. Только, к сожалению, я вряд ли найду их здесь. А, нет, в принципе, найду. И получается, в пиковой нагрузке одна такая схема способна выдавать 1,6 гигаватта в час. При условии, то, что у нас здесь сейчас с вами
5,9 гигаватт производит вот такое вот гигантское количество солнечных панелей, я считаю то, что 3,6 гигаватта с помощью вот таких небольших компактных схем даже вполне приемлемо. Особенно учитывая тот факт, что в скором времени я смогу сделать нечто подобную схему на других планетах и конденсировать отсюда воду в паровых турбинах так, чтобы, в принципе, все шло без особых потерь. Соответственно, мне пришлось этим заняться, так как у меня были здесь просады по электроэнергии, а все из-за доставочных пушек. Как бы я их сильно не любил, так же сильно я их и здесь и ненавижу. А все произошло, потому что здесь очередные начались проблемы. Как вы можете видеть, я постепенно начал застройку, постепенно начал расстраивать все это безобразие и постепенно начал уже производить здесь вот в минимальных масштабах широкие исследовательские материалы. Это стоило мне каких-то невероятных усилий. Буквально на запись времени у меня выделяется где-то в течение полудня, я записываю абсолютно всю серию. И в принципе с этим не было никаких проблем за все время существования канала. Но эта серия просто максимально высосала из меня все соки. Как минимум по той причине, что на запись этой серии у меня было затрачено, ну, как минимум, чтобы не соврать, вторая неделя уже пошла записи непрерывной, где я постепенно здесь наращиваю производство, и не само производство проблематичное, а подходы к нему, то есть ресурсная база где-то простанет, где-то у нас возникнет нехватка каких-то одних материалов, и поэтому встает все основное производство, из-за чего мне пришлось здесь очень много времени, конечно же, тратить. Главное, безусловно, меня радует хотя бы, что я начал производить широкие исследовательские каталоги. Для этого мне пришлось так же, как и здесь, создать 4 вида открытий. Вот такая вот большая схема из 12 плюс еще 12 исследовательских панелей нужно для того, чтобы создать данные о силовом поле. Тут нужны еще данные с предыдущего этапа, но я их с помощью дронов сюда доставляю, так что я думаю, с этим особо проблем нет. За исключением того, что, в принципе, очень сильно не хватает этих данных с предыдущего этапа, и, возможно, даже мне придется строить еще один такой цех, но этого я очень сильно не хочу. Так что буду стараться отсрачивать этот момент максимально долго. Здесь у меня появилась небольшая схема по производству химического гелия, которая требуется для того, чтобы создавать потом токи плазмы, и плазма уже переделывается в протонный поток, в свою очередь который идет на создание субатомных данных. И субатомные данные вместе идут с данными об атомах уже прямиком в широкие энергетические каталоги. В свою очередь для этих данных потребовались еще одни ускорители частиц, которые жрут в свою очередь безумное какое-то количество электроэнергии. Как мы видим, 20 единовременно работающих их жрут практически все производство, которое здесь у нас и расположено. Поэтому мне приходится здесь в ускоренном формате все больше и больше наращивать производство солнечных панелей за неимением более лучшего результата. Здесь также располагаются у нас данные о квантовых феноменах, но с этим вообще никаких проблем не было. Чистые карты памяти и просто охлаждающие жидкости в лазерных заводах производятся. Только не хватает лазерных заводов самих, поскольку это вот я делал буквально за несколько часов до серии. И потихонечку в таком масштабе, в таком моменте я могу создавать эти каталоги. И по-хорошему вот этот вот пункт я могу закрывать, и мне ничего не препятствует для того, чтобы начать делать исследовательские сервера. Галиминитовые проволочки есть, нет лишь важных данных, но с ними у меня отдельно есть разговор. Как я уже говорил, важные данные потребуются в каких-то колоссальных масштабах. И производить их с помощью фиолетовых колбочек — это неблагодарное удовольствие. И они здесь производятся постольку поскольку. И здесь у меня очень компактное производство, но оно здесь не будет на постоянку. С учетом того, что у меня даже здесь вот есть открытое синее производство, производство желтых данных благодаря синим колбочкам, как мне кажется, идет гораздо более компактно. Мне вообще никаких проблем не составит сделать безумно большое количество этих телескопов так, чтобы они везде существовали, и основываясь на данных телескопов создавать эти данные карточки. Возможно, даже потом я сделаю несколько цехов по созданию этих желтых карточек и дронами или как-то поездами буду эти везде доставлять. Ну а пока временным вариантом, я, конечно же, буду их отсюда использовать. Я понимаю, что, с одной стороны, у меня не хватит всех масштабов производства, но я уже сделаю здесь таким расчетом, что пусть хоть как-то работает, даже если это будет безумно медленно, даже если мне для этого потребуется постоять в АФК бесчетное количество часов, я на это согласен. Лишь бы это хотя бы в каком-то масштабе запустилось. Честно, я начинаю немножечко негодовать от всего того, что здесь происходит. Начиная банально с того, что после обновления сборочки рушится буквально все. Нельзя обновлять, а у меня стимовская версия Факторио, которую, ну, не обновлять не получается, несмотря на то, что все галочки с автообновления не выключены. Это не спасает меня от того, что в какой-то момент игра просто может начать крашиться, и мне приходится в принудительном формате все это обновлять, а с обновлением, соответственно, все эти форматы слетают. Ну и также, даже не говоря уже о том, как много здесь приходится делать, чтобы хотя бы чего-то минимального достичь. А, ну я также забыл сказать то, что для исследований, там для данных потребовался еще один промежуточный крафт, который из себя очень много чего промежуточного требует. Пока я тут делаю, я забыл совершенно то, что они изменили и реактивные костюмы, теперь в них
нельзя запиховывать, как раньше у меня это было, лазерные артиллерийские установки, и с помощью них я теперь не могу обороняться. Как же я забыл о такой очень хорошей и полезной функции. Я не знаю теперь, что с этим делать и так ли сильно нужны эти реактивные костюмы, особенно следующих вариаций. Будет ли такая же иметься с этим проблема? Схема-то, по сути, своей ничем не отличаются друг от друга, они однотипные. Здесь, за исключением того, что мне приходится логистической системой доставлять сюда необходимые ресурсы в виде энергетических исследовательских пакетов, энергетических открытий, кстати, которые тоже не мешало бы делать в большом количестве, но они, к счастью, в большом количестве здесь и делаются. А также важные данные, но с важными данными, как я погляжу, особо проблем сейчас и нет. Потом обязательно с ними проблемы возникнут, я даже в этом не сомневаюсь, но, к счастью, это будет очень не скоро. Сейчас останется мне дождаться, когда дрончики доставят все необходимые ресурсы, и, к счастью, я могу уже отсюда улетать, так как мое присутствие здесь уже не обязательно. Так как там производство, в принципе, готово, значит, меня ничего не ограничивает от того, чтобы я начал здесь сдавать еще один сундучок. От него я делаю еще один такой вот развязочку, и делаю так, что он запрашивает в себя энергетические пакеты второго уровня. И мы можем начинать следующие изучения, которые нам доступны. Такие как, например, пилон подстанция. Первый астрономический и второй энергетический. Для него не нужны первые энергетические. По-моему, это как минимум странно. Ну ладно, не буду уже об этом разглагольствовать. Разработчик сборки жонглирует рецептами крафта как хочет. И то, что я там думаю, для него вообще ничего не значит абсолютно. А производство пошло потихонечку. И производится он безумно быстро. Вот они, полетели уже вторые исследовательские пакеты прямиком в нашей лаборатории. А это значит лишь одно. Создание подстанций не за горами. Вот здесь доступны, кстати, энергетические каталоги третьего уровня. Так же, как энергетические исследовательские пакеты третьего уровня. Здесь потребуются исчерпывающие энергетические каталоги, галенидовые селеноиды какие-то. Это очень большие и страшные слова. Радует лишь одно, что осталось всего две таких больших и сильных важных создания. Для создания новых типов квадратиков, я буду называть это розовыми квадратиками, мне все равно, что здесь пишет разработчик. Также требуются 4 карты памяти. То есть, если так посмотреть, то для создания нового вида энергетических исследовательских пакетов третьего уровня, по сути-то, у нас все готово. За исключением галлюминиевых селеноидов, созданиями которых тоже не будет никаких проблем. Значит, то, что в следующей серии мне в обязательном порядке нужно будет идти в новый квадрат, и новый квадрат переделывать в новое производство и пытаться уместить там такие же масштабы, как я себе здесь и запланировал. Сделать также 4 вот этих типа карточек и все это производить. А это значит лишь одно, что эти розовые энергетические исследования рано или поздно мы добьем. Я хочу в это верить. И надеюсь, что очень скоро мы сможем закончить эту сборочку. Если, конечно же, новые подводные камни не всплывут. Но, к сожалению, на таком прекрасном моменте я буду потихонечку заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. И это великолепные исследования. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.